Почти 1000 пожаров в домах и квартирах зарегистрированы в Югре с начала года. В жилом секторе происходит 43% всех возгораний. Причем более трети пожаров случились в многоквартирниках. И лишь пятая часть приходится на бани, садовые дома и дачи. Чаще всего причина возгорания – неосторожное обращение с огнем и неисправные электроприборы. С начала года в пожарах в жилом секторе погиб 31 человек.